Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня будем готовить пирог из рубленого слоеного теста. Оно делается быстро. Это не классическое слоеное тесто, что там его катать очень долго надо. Быстрое тесто. Фарш у нас будет в пироге. Мясо курицы и картофель. Пирог вкусный. Надеюсь, вам понравится. Давайте готовить! Перед тем, как я буду замешивать тесто, охлаждаю поверхность доски. Взяла сковороду из морозилки замороженной, вот это охлаждаю. Ну, сковорода чистенькая. Просеиваю 2 стакана муки на стол. Дальше у меня здесь 220 грамм маргарина. Или сливочное масло берите. Натираю на крупной терке. Быстро его. Рубаем маргарин с мукой, перемешивая все время. Хорошо длинным ножом плетем. Захватывает всю поверхность муки. Уже крошка становится мельче, мельче. Делаем все быстро. 2 столовых ложки сметаны. Яйцо добавляем. И до полного стакана холодную воду из холодильника. Размешиваем. Соль пол чайной ложки, чуть не забыла. Так, все размешала. Делаю лунку и в 2 приема буду заливать жидкость и перемешивать. Еще раз. Даже в 3 получится. Тесто замешиваем быстро. Тесто готово. Дополнительно при замесе добавила ложку столовой муки. Все, смешался комок. Я особой однородности не добиваюсь. Целлофановый мешочек и в холодильник минут на 40. Пока тесто отдыхает, готовим начинку. Лук мелким кубиком. Нарезанный лук отправляю в сковороду. Также я подготовила немного мяса куриного. У меня в супе варилось. То будет и бульон, и мясо вот. Немного, но пойдет. Кубиком нарезала, как получилось. К луку сейчас заброшу. Также отварила 2 картофелины. Картошку я не сильно мелко. Такой вот кубик, чтобы чувствовался в пироге. Лук немного обжарился. Отправляю к нему мясо. Начинка вся готова. И картофель. По вкусу солим. Я еще добавлю приправу для курицы, для запаха. Для выпечки я подготовила вот такая форма у меня керамическая. Застелила пергаментом и немного смазала маргарином. Вот у меня фарш остыл. Я смотрю, какой-то он немного суховатый. Я посыплю сыром еще его и майонезом немножко. У вас, если не сухой фарш, то и так пойдет. Вот наше тесто. Делю его почти пополам. Нижняя часть больше, верхняя меньше. Раскатаем. Так. Переложим форму. Разровняем. Все, выкладываем начинку. Я еще добавила, у меня была начинка замороженная, немного лук зеленый с яйцом и немного мясной фарш, тоже отварной, что-то делала, заморозила. Теперь, как я говорила, для сочности посыплю сыром и немного майонеза. Теперь займемся верхним слоем. Раскатываем верхний слой, чтобы накрыть, и все.
Намотала на качалку тесто. Переносим на противень. Ну и края заделаем. Осталось два маленьких обрезочка. Красим пирог. Листика два получится. Один. Сделаем проколы вилкой. Смазываю яйцом пирог. Все. Отправлю в духовку. Первые 10 минут температура 220, а потом снизим до 180. Вытянула пирог из духовки. Он у меня выпекался около 40 минут, где-то 37, ну около 40, 40 возьмем. Пусть остывает. Такой получился симпатичный пирог. Вот такой получился пирог на разрезе. Пирог разрезанный, сейчас попробуем. Очень вкусный. Хрустящее слоеное тесто. Самое настоящее, хоть мы его очень просто делали. Начинка у меня вот такая, мясо с картошкой. Можете положить рыбную начинку или сладкую. В общем, любое. Ну, очень вкусно. Сейчас я нагрею чай и буду кушать. Готовьте со мной, пользуйтесь моими рецептами. Заходите на мой канал, смотрите мои новые видео. И старые не пропускайте. Нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч, и всего вам доброго, и вдохновения, и удачи в кулинарии.